Добрый день! Сегодня покажу свой крут с усиленной рамой производства компании ВС Украина. Вначале посмотрим процесс сборки механизма. Главными особенностями данного своекрута является возможность регулировки мачты под нужный угол. Сегодня специально винтовую сваю будем закручивать под углом. Используем гибридную сваю. У нее витки как у бурозавинчиваемой и дополнительно наварена большая лопасть. Длина винтовой сваи 3 метра. Другая особенность своекрута состоит в том, что он может вкрутить сваю такой длины за один проход. Кроме этого, механизм имеет усиленную раму по сравнению с другими моделями, которые есть на официальных сайтах. При помощи подпорок он упирается в землю. Еще данный своекрут оборудован лебедкой. Итак, запуск. Посмотрим, как своекрут справится с нашей гибридной винтовой сваей. А после того, как монтаж винтовой сваи под углом будет выполнен, займемся испытанием на ее выдергивание. Сейчас испытание на выдергивание винтовой сваи будем останавливать, чтобы не сломать трубу, за которую зацеплена цепь. Тем более мы и так уже погнули эту трубу. Все модели своекрутов есть на официальных сайтах компании. Ссылки размещены в конце видео и в описании под ним. Благодарю за просмотр. Подпишитесь на канал. Впереди много нового видео. Пока-пока!